Я думаю, вы уже давно сделали этот выбор, на какой вы стороне. Все-таки у нас, надеюсь, больше хороших соседей, чем не очень. Конечно, однозначно. Хорошо, когда они не занимаются танцами, например. Да почему? Пускай занимаются. Да? Только в спортзалах. У тебя в специально отведенных местах. У тебя не живут, да, вот соседи сверху, которые... Слава богу, слава богу. Угу. И ни пианистов, ни скрипачей нет. Да, хотя сам гитарист. Но насладиться танцами мы можем, как говорит Валера, насладиться, да? Да, конечно. Прямо вот сейчас. Клуб акробатического рок-н-ролла «Премьер-лига» для вас. Опять посмотрим эти сумасшедшие заряжающие танцы. Ladies and gents, this is the moment you've waited for. And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Taking your breath, stealing your mind, and all that was real is left behind. Don't fight it, it's coming for you, running at you. It's only this moment, don't care what comes after. Your fever dream, can't you see, getting closer. Just surrender, cause you feel the feeling taking over. It's fire, it's freedom, it's blood and open. Танцами занимаются. Скажите, надо ему, вот, посмотрите, талант пропадает. Такие говорят. Что? Да. В общем, да, надо. Да, многократные победители и призеры соревнований. Дуэта Дарья Греб и Дарина Мясникова. Девчонки, держите, отдышитесь. Одну секунду, все, отдышались. Крутой трек, сразу вам скажу, вот комплимент, классный трек, саундтрек из фильма «Величайший шоумен», посмотрите, да, этот фильм меня просто так порвало. Не о фильме речь. Ладно, все, извините, пожалуйста. Мы говорим сегодня про соседей, понятно, что, как у вас вообще, сталкиваетесь ли с тем, что вам приходится как-то видеться, общаться, здороваться, там, какие-то вопросы решать с соседями? Когда в подъезд заходишь... Надо, нет. Да? Здороваетесь, кстати, здороваетесь с соседями? Конечно. Да, знаете. А на скакалке никогда не прыгайте вот дома? Ну или в детстве? Мы танцуем дома. А, да! Вот, привет, как, если вы их соседи. Как это происходит? Мне кажется, сейчас соседи такие, смотрят такие. Так это же эти наши, вот сверху-то которые. Так это они, да. Можете перезвонить, передать им привет. У вас бесшумные чешки какие-то? Как вы танцуете дома? Как отрабатываете? Это джазовки. Специальная обувь. Джазовки. Дарина, как пришла вообще в этот вид спорта или танцев? Как это получилось? Меня мама записала. Маме привет. Ты была активным ребенком. Мама сказала, надо ее куда-то... Очень-очень активный ребенок, а вот ее свозила. Слушай, у меня тоже есть активный ребенок. Я думаю, там происходит выплеск вот этого всего. Потом поспокойнее ты становишься, серьезно. Ну, конечно. Заметь как. Конечно, я очень спокойно. Вообще, я самый спокойный человек в мире. То есть, на самом деле, меня отец в спорт отправил. Лыжный, там, футбол, все это. На самом деле, я тратил эту энергию там. Но у девчонок-то спорт намного сложнее. Здесь акробатика, здесь такой темп бешеный. Ну, опять же, занимайтесь. Главное, соседям не мешайте. Давайте так договоримся с вами, да? Ну да, да, да. Они такие, хорошо, самки. Как танцевали, так и будем танцевать. Ага. Ну классно же получается, молодцы девчонки. Очень да, все в том же духе, продолжайте. Если что-то, как говорится, хотите поменять в жизни, обязательно родителям скажите, мама, я устала вот так сумасшедше прыгать. Я хочу заниматься лирическими танцами. Пойду в балет. Нет? То есть у кого вы слушаете? Мама такая, а это идея, дочка, почему ты не хотела в балет? Все, приходите к нам почаще, я всегда говорю, танцуйте, мы вместе с вами будем обучаться, и вы, уважаемые телезрители, всегда можете сделать для себя какой-то выбор, если у вас такие дети активные. Блок полезной информации. Вот обучись сейчас, я тебе говорю, хоть одному движению. Это же легко, это вот так. Пока люди смотрят гороскоп. Ты что ж будешь делать-то?